Сирийские беженцы поселились прямо напротив греческого парламента. Они разбили палатки и объявили голодовку. Требуют отправить их в Германию. В основном это женщины и дети. В Германии они должны были воссоединиться со своими родственниками. Но уже более года многие из них вынуждены оставаться в Греции. Местные СМИ сообщают, что Афины и Берлин в мае неофициально договорились замедлить процесс воссоединения семей беженцев. Но власти это категорически отрицают.